В завершение о спорте. В Якутске начался 16-й республиканский турнир по боксу на Кубок Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Соревнования приурочили к 60-летию развития бокса в Якутии. На ринг выйдет рекордное для турнира количество участников – 175 юношей из 19 команд и 17 районов республики. Боксеры скрестят кожаные перчатки в 18 весовых категориях. К слову, турнир на призыв фонда «Дети Саха-Азия» стал стартовой площадкой «Большой спор» для многих именитых спортсменов. Организаторы гордятся успехами участника Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, флагмана якутской школы бокса Василия Егорова, который свои первые победы начал ковать именно на этих соревнованиях. В течение 4 дней юные боксеры будут оспаривать золотые медали. Также лучшие спортсмены получат специальные призы. Финальные бои пройдут в воскресенье 27 ноября. Почему мы обратили внимание на этот спорт, бокс, которому нынче в этом году исполняется 60 лет, через несколько дней, буквально 2 декабря. Это объясняется тем, что здесь наши ребята вырабатывают не только характер, волю, силу, но еще интеллект свой. Потому что бокс – это исключительно реактивные, быстрота реакции должна быть, и боксер должен очень быстро продумать свои удары и свои атаки, и свою защиту.